комнаты, да. Тормоз. Здравствуйте. Я просто из опыта знаю, что самая сложная игра такая, когда у соперника ничего не проиграть, а мотивация нормально самая высокая. Если у нас на 1% будет меньше концентрации и желания сегодня, я знаю, что будет проблем. Так уверен, что приготовили, что у нас опыта есть, что у нас хватает ума команды, что знаем, как важна эта игра для нас и должны прийти там на поле сегодня настроены, как за каждую игру до этого момента. Я говорю и сам себя повторно слышу. Несколько раз как эхо, а потом вроде нормально. Потом нормально. Потом нормально. Это просто. Да, это просто. Добрый день. Пойдем. Побрыли.
que não pode acontecer novamente nesse segundo tempo ali, vamos ajustar e melhorar para sair com a vitória. Нам не хватило концентрации, этого недопустимо в игре, поэтому сейчас надо немножко отдохнуть и выйти максимально концентрированными на второй тайм. Спасибо. При всем уважении к Тамбову, я бы сказал, что, наверное,
самым главным соперником были мы себя сами сегодня, потому что мы вышли на игру, могу сказать, что мы настроены, но не отдавались, и у Тамбова было преимущество и по игре, и в единоборствах они выглядели лучше. И я думаю, что закономерно сравняли счет в конце первого тайма, но хорошо, что удалось одержать победу.